буррито! Что это такое вкусненькое ты принесла? Острую еду! Попробуй! Спасибо, Дизи! Остро! Очень остро! Горю! Горю! Пожар? Я помогу! Включаю пожарный шланг! Спасибо, Спарки! Тут не было настоящего пожара, но острая еда бывает очень жгучей. Диспетчерская вызывает Джета. У нас посылка. Спасибо за такой жаркий пикник, спасатели. Мне пора бежать. Привет, Скай. Я готов лететь куда угодно. Отлично, Джет. Ты отвезешь посылку в по-настоящему горячее место. Гуанахуато, в Мексике. Мальчик по имени Виктор живет там. Если ты спросишь его, какая самая вкусная еда на Земле, он ответит буррито его мамы. Хорошо, я слышала буррито, но не знаю, что это. Буррито – это вкусное блюдо из мяса, риса, овощей, сыра и сальсы, завернутые в тортилью. Буррито выглядит отлично. В Мексике сказали бы «буэно». Это значит «хорошо» на испанском. Это родной язык Виктора и его мамы. Буэно, буррито всегда острые. Зависит от количества соуса. Буду знать. Спасибо, Скай. Занимай свое место, Джет. О! Да! Тебе нравится, как я играю на гитаре, Зора? О, Зора, как я мечтаю о настоящей гитаре! Тогда я смог бы играть с друзьями сегодня. Настоящая гитара – это особенная вещь. Это то, что ты должен заслужить. Думаю, я знаю, как ты можешь это сделать. Как? Вам посылка! Посмотри, кто там, Виктор. Я Джет! Вовремя, как всегда! О, да, Джет! Привет! Я Виктор! Это моя мама! Приятно познакомиться! Это тебе, Виктор! О, правда? Заходи! С наклейками. Здорово. Но я не заказывал книгу с наклейками. Нет, Виктор, я заказала. Это способ заслужить настоящую гитару для тебя. Да, спасибо, мама. Скажи, что мне делать? На этой странице у тебя 10 наклеек с разными обязанностями. На другой странице 10 пустых кругов. Когда ты выполнишь задание, наклей наклейку на пустой кружок. Когда наклеишь все наклейки, получишь гитару. Гитара! Ура! Я переживаю, Джет. Не думаю, что я сегодня успею выполнить все задания, чтобы получить гитару до встречи с друзьями. Настало время позвать команду суперкрыльев! Команду суперкрыльев? Потрясающе! База, прием! Это база. Как дела, Джет? Я в Мексике у Виктора, и у него много работы по дому, чтобы заслужить гитару. Ему нужна помощь, чтобы успеть все. Наша команда поможет быстро выполнить всю необходимую работу по дому. Вот только вопрос. Чья команда? Сэкономить время.
Поверить не могу, что мне помогает спасательная команда! Все команды суперкрыльев любят помогать! Дизи, Зоуи, вот список дел, с которыми мы поможем Виктору. Отлично! Если мы будем работать вместе, мы выполним все поручения очень быстро! Буэно! Это покупка ингредиентов для буррито, которые я сделаю для вас в знак благодарности за все, что вы сделали. Легко! Я получу гитару и буду играть с друзьями сегодня. Ура! Посмотрим. Рис, овощи, сыр, сальса. Все есть! Джет и я купили мясо. Теперь осталось найти тортильи. Проще простого! Поверить не могу, что у них нет тортильи. Мне очень жаль, но моя машина для готовки тортильи сломалась. Вот в чем проблема. Лента конвейера порвана. Хорошо подмечено, Виктор. Мы сейчас исправим это вместе. Все исправила, Буэно. Я сделаю вам вкусные свежие тортильи. Только куда же я положила тесто? Вот оно! Задела? О, нет! О? Слишком много теста. Машину! Поторопись, Зоуи! Вот и выключатель! Остановись, машина! Мама? Ну, ты только что сделал самую важную работу по дому. Где последняя наклейка? Здесь, мама! Как и настоящую гитару, которую ты заслужил. Держи, сынок. О, мама, gracias, спасибо! Суперкрылья! Думаю, здесь мы закончили. Пора домой! Поехали!